У памятника Александру Александрову небывалое оживление. Представители власти, общественники, ветераны, юнармейцы. Авторские песни советских лет звучат словно из репродуктора, но самое главное произведение выдающегося композитора – гимн страны – все поют вживую, вместе с губернатором. Акция «Сад памяти» – дело всей страны. Памяти погибших в Великую Отечественную во всех регионах России высаживают молодые деревья. Задача с приставкой «Мега». Прямо сейчас во всей стране создаются новые сады, аллеи, парки и скверы в память о погибших в той войне. Самой жестокой за всю историю и разрушительной во всех смыслах. Она унесла более 27 миллионов жизней. Столько молодых деревьев появится в этом году на улицах городов и поселков России. Каждое дерево – символ благодарности воинов, защитившим нас от фашизма. Вместе с губернатором слова памяти и благодарности произносит ветеран Анатолий Пантюшкин. Он призывает любить Рязанскую землю, ею гордиться. Я рад, что живу на Рязанской земле. Нет дороже ее, поверьте. Самое дорогое то, что дана нам Родина, это Рязанская земля. Честь и слава Рязанской земле, честь и слава вам, каждому. Будьте здоровы! К посадке дерева губернатор подошел со всей щепетильностью. Первый в ряду клен краснолистный и аккуратно прикопал, и притоптал, еще и обильно полил водой. Еще 16 таких саженцев встали в строй чуть поодаль. Это, ну, действительно настоящая память, память на долгие годы, потому что, ну, деревья живут долго, долго растут. И люди, смотря на них, будут вспоминать, зачем здесь посадили эту аллею, зачем посадили сад, и кто за этим стоял. Поэтому каждого, наверное, человека, который увидит эти деревья, ну, во-первых, ему будет приятно, потому что будут более зелеными наши города, наши села, поселки, будет чище воздух. А во-вторых, конечно, будет важно, что люди узнают, почему и когда это посадили. Через 20, через 30 лет они все равно будут помнить. Эту регионы передают друг другу по очереди. В этот день Рязани ее передал Саратов, а сама же Рязань свой священный посыл отправила в Тверь. Внутренняя региональная эстафета посадки деревьев идет параллельно.